Вот такая должна получиться циклевочная машина для шлифования полов. Здесь вал, верхняя часть снимается, чтобы подшипники, например, можно было поменять. Рама собрана из кусков профильной трубы. Так проще было подогнать высоту. Здесь два штока приварены, чтобы поставить двигатель. Втулки из ПВХ трубы, гасить вибрацию немножко. Здесь будет натяжной механизм. Я его еще не сделал. Крепиться все это будет на фанерной основе в трех точках. Здесь, вот здесь и вот здесь. К фанере прикреплю. Потом я из него планирую сделать длинный ремень. Здесь длинное плечо и будет торцовка. Вим, вим.